Сейчас покажу геймплей за агента. Суть в том, что какую комбинацию я использую. Беру радар, прожимаю тогда, когда подхожу примерно к врагам. И далее прожимаю бронь. И стараюсь атаковать в закрытых пространствах с помощью рукопашного боя. Потому что рукопашка на очень хороший урон наносит на агенте. Ну и в принципе на всех диверсантов они для этого созданы. Вот я обнаружил радаром. Под радаром главное... Под радаром я убиваю с помощью рукопашки. Теперь смотрим по карточкам. То есть, ну, комбинацию на геймплее я показал. Смотрите, у каждого диверсанта у него немножко разная скорость, урон и перки. Они похожи, но немного отличаются. Поэтому, смотрите, эвок, он, к примеру, отличается от агента. И использовать на эвоке то же самое, например, карточки, как на агенте, это довольно-таки глупо. Для каждого агента, диверсанта, вернее, должны быть свои карточки. Вот, поэтому, и так как мы, к примеру, агента используем в основном для рукопашного боя, то я, естественно, и весь упор делаю на рукопашный бой. Какие карточки я собираю за эвока? Как понятно, что у Ивока скиллы отличаются от агента за империю. Поэтому Ивок, в свою очередь, в ближнем бою довольно-таки редко используется из-за его маленькой скорости передвижения. Поэтому я беру дополнительное уклонение, потому что, естественно, при перестрелке уклониться третий раз довольно-таки хорошая способность. Более того, когда играешь за Ивока, всегда уклоняешься. Потом я беру обнаружение, потому что в основном Ивоком бегаешь и стреляешь по противникам с дистанции. Поэтому очень выгодно увидеть, кто к вам, к примеру, стреляет сбоку или с тыла. И также беру обнаружение, потому что у Ивока есть его... способность сканер, с помощью которой можно увидеть противника, убить его из лука. Ну что, за агентом есть такой момент. Правая кнопка, когда зажимается выстрел, мощной силы происходит. И как раз он очень хорош против техники и против щитов. Ну вот он небольшой еще геймплейчик. То есть старайтесь, я, например, стараюсь всегда за агента в рукопашку драться. Тем самым в рукопашном бою урона в два раза больше. Попасть труднее, сложнее. Плюс еще, естественно, рукопашка я дерусь под усиленной броней.